Ну, ну, завтра, можно, наверное, куплю бордюр, внесу, ну, изменения вот в проект. Я извиняюсь за лирику, да, но это, ну, как бы, вопрос, наверное, риторический. Ну, русским языком. Русским языком у меня проектом не предусмотрен бордюр. Кому вопрос? Ну, внесите изменения в проект, я умею ставить бордюр. Игорь Васильевич, куда делся? Куда? Мы не знали, какая будет высота, ребята, естественно, не знали, что здесь будет. А ну это же без разницы, даже на такой высоте, просто уже ГИБДД говорит, что столбы должны стоять. Должны быть бордюры. Но этот уберется. Нет, это уберется. Нас вообще не уберется. То есть он должен быть зеленый зон? Вообще это зеленый зон. А кем было принято? Здесь, по-моему, да, вот они тоже вот эти все стояли в зеленой зоне. А здесь... Потому что получается, смотрите, какое. Тут все равно, если здесь барьер не будет, то никто ставить не будет. Это что мы за квартиру? Сюда машину ставить. Смотрите, Игорь Васильевич, здесь там теперь ГИБДД, и вон там у нас тоже этот сериал искал. У нас не пропали. Вот у нас идет кабель. И он идет по креплению к опорам, которые подлежат демонтажу. Я сказал, чтобы решали вопрос самостоятельно, как они будут. Понял, смотрите, у нас на этой парковочном кармане, вон там вот, где вот приора стоит, там, вот, там тоже такая же закладная, и здесь. То есть ГИБДД уже сразу же говорит, что нужно бордюрировать. Мы не можем так оставить. Теперь возникает вопрос. Данилович, вы изначально поменяли в проекте. Да. Это раз должно быть земля и деревья, да. Да? Это значит вопрос к тому, кто принял такое решение. Я не знаю, кто принял такое решение. Ну, здесь и не Карен, да, не виноват. Нет. И мужики, которые асфальт делают. Ну, понятно. В чем будем делать? Деревья сажать. Асфальт. Это дешевле. Опора-то куда? Потому что, смотрите, коллеги, если мы сделаем оборью, сюда-сюда машина не встанет. Правильно? То есть это место для парковки, оно потеряно. Вот, да? Я понимаю, да? Что вы имеете в виду, да, вот этот закуток, он потерян, есть смысл для парковки, ну, сделать пешеходную зону отсюда. Ну, то есть перенести. И у нас получается там такая настройка. Это когда машина вот так. Здесь у нас идет вода холодная, мы не могли сюда уходить, я помню. Вот, то есть здесь она. Игорь Васильевич! А это, а если вот его, вот этот вот пешеходный, ну вот, то есть довести до этого и его вывести. Вот здесь сюда. Вот у нас, смотрите, такая же история. То есть мы не можем вот так вот опору оставить посреди парковки. Его вот так нужно выводить вот таким сейчас бордюром. Все. У нас движение на ту, а сюда идет, значит, вот, да, как-то. Я даже прямую, да. Я думаю, что нужно вот так, вот так и вот так. Как бы это отправлять? Нет, получится, Игорь Васильевич. Потому что вот эта опора уберется у нас, вот эта опора уберется, поэтому не можем так оставить. Нет, а это мы уже обсудили, что Карен Гамлин еще будет... Взорвем асфальт, придется просто заделывать все эти гамлины. Карен, а если смотри, я понимаю, что как бы, да, тут непонятно. Да. Она, они же в линии идут, да? Нет, нет, а? Нет. Если вот этот вырвать, тут же получается яма, надо здесь сюда поставить, куда поставить. Я, к сожалению, не знаю принципы установки, я даже не знаю, они в бетоне или, по-моему... Он их, возможно, предложил обрезать. Там на Кравченко в прошлом году обрезали. Хоронили, чтобы вырвать не смогли. Они в бетоне, да, все-таки? Ну, там, по крайней мере, были. А вырывать же вы можете? Ну, демонтировать или... Да, у меня... Еще не факт, как ты их демонтируешься. Так-то можно было бы поставить абордюрить, а это оставить как парковочное место. Ну, опять.
и там здесь не получилось бы, потому что заезд слишком ниже. Тут выезд на одностороннюю, поэтому тут бы